Приятным будет сюрприз недели. Что у нас будет приятного на этой неделе в течение? Ну, может быть, чуть больше, чуть меньше, у кого как проиграется. А приятного у нас будет очень хорошее известие. Приятное, как это значение совпадает буквально, как говорят при раскладе на Таро. Приятное известие. Ну, в общем-то, это не совсем такое значение, конечно, как в Таро. Во-первых, это известие хорошее о вашем доме. Это информация, которую вы долго ждали. Это именно информация придет. Не просто кто-то вам что-то передаст. Это информация. Придет письмо или звонок, или человек расскажет. Это касается вашего дома. Может быть, вы ждете очень давно какой-то вести и боитесь, что это вам принесет большие расходы. Может быть, как-то будет очень нервничаете настолько, что это повреждает ваше здоровье. Вы можете даже болеть от этого. Может быть, это не проявляется наружу, но доходит. Вы ждете этого известия. Или касается вашей работы. Или дома, или здоровья, или какой-то поездки, и вообще какой-то важной информации. Она придет, она будет очень благоприятной. Я не могу сказать, что это дело завершится вот мгновенно. Нет, оно потянется. Но сама информация будет очень благоприятная. Вы ее получите. И получите легко. Причем некоторые через несколько часов получат. То, что вы ждете, что вы боялись, настолько, что очень сажали свое здоровье. Может, кто-то волновался, что у него там со здоровьем, ждал диагноз. Но, как в астрологии говорится, даже если этого не было, но вы бы доказали, что это могло быть, это могло бы быть. Просто у каждого человека это может проиграться весь спектр, а может одна часть, но какая-то одна проигрывает. Вот то, что вы так переживали об этой информации, но это не родственники, хотя может родственников, да. Меркурий родственниками тоже управляет. Да, это может родственников касаться. Вашего ближайшего окружения. Ваших коллег, может быть, вы ожидали от них что-то там, неприятности подсознательные или чего-то. Это может быть весть о приеме на работу, потому что это вести, документы и работа связана. Это может быть благоприятное известие из медицинского учреждения. Это может известие, что ваши родственники, за которых вы переживали, или ваши домашние, устроились на работу. А может быть, это просто вести, именно которых вы ждали, касается вашего именно дома. Вы искали дом, нашли там. Ну, вот в таком. То, что было очень важно для вашей семьи. И вы получите об этом очень быстро информацию. Тут шаг 4,5, может, даже через 4,5 часа вы узнаете. Могу сказать, что для человека, которого я это делала, у него это проигралось. Эта карта была построена в полночь, а утром ему пришло известие. Очень хорошее. По деловой сфере, которого давно ждал. Оно уже сработало. Так что, да, еще если вы волновались о своем здоровье, ну, я повторюсь, может быть, ну, не четко, наверное, сказала, вам придет благоприятная весть. В любом случае, оно пойдет на улучшение. Но вообще тут у очень многих еще говорится, что именно это... Не изначальное, не здоровье, не ката...
Строфа какая-то болезнь очень так может глубоко вцепиться. Потому что шестой дом, он же дом и работы, он из созвездия очень негативным для здоровья. Он не касается социума, он не касается этого, но именно здоровье очень цепляет. Ни денег, ничего. И это говорит, что может быть у многих работа сейчас, просто работа, обстановка вокруг этого может капитально выбить здоровье. И так скажу, что если вам этот климат не подходит, либо климат в реальности, или микроклимат на работе, то меняется. С этой звездой не шутят. Не шутят. Звезды тем отличаются, что они непреодолимы. Ну так. И ничего вы никогда не сделаете. Вы не можете побороть звезду. Ну, можно только уйти от этой ситуации. Вот от этой можно уйти. Вы поменяете климат там, может вам слишком жарко, может вам слишком холодно, может вам слишком сухо, может вам слишком влажно. Но это у каждого, естественно, свое. Или вы меняете работу. Но это или вы сидите дома, и это вас вот начинает сводить с ума, и вам нужно выйти на работу. Это может быть просто домашние работы, вот постоянно. Вот вас сводит с ума, вы затеяли засолку, варенье, бесконечную стирку, или взяли на себя обязательства выше, чем можете выполнить. Это из серии, как мне очень понравилась одна статья. Девушка писала, она вышла замуж и говорит, я почувствовала, что я превращаюсь в некое злобное, агрессивное существо. И уже муж-ребенок затравлен, а почему? Я им готовлю обед из 5 блюд, они меня об этом не просят совершенно. Она это бросила. Говорит, могу потратить последние деньги на парикмахерскую, и меня не беспокоит, что полупустой холодильник. И, говорит, отношения наладились, и я живу прекрасно. И вот в таком духе надо поступить. Вот это приятный сюрприз недели, ну и плюсом информации, имейте это в виду. Это зацепит больше количество народа, чем вы даже предполагаете. И кто не видел этой карты, кто не знал этой карты, это сейчас идут такие тенденции. И если что-то очень повреждает, вы чувствуете, вот стресс у вас идет, или вы болеете от этого, вы меняете. Сколько я сталкиваюсь с плохими звездами, совершенно здоровые люди там переезжают в другую квартиру и ложатся в реанимацию. А потом звонят и рассказывают. Хотя они сроду там не лежали. То ли воспаление легких, ну какие-то такие вот глупости начинаются. Говорят, да, я тут болею. Так что имейте это в виду. Но это именно по здоровью бьет. Это не касается никаких других сфер. Имейте это в виду. Ну вот на этом все.